Ответственность, она присутствует у каждого человека. Работает он на комбинате, не работает он на комбинате. Вообще любой человек имеет секрет, свой секрет. Муж, секрет от жены, где заначка, так будем говорить. Жена тоже свои изюминки имеет. Повар имеет свой секрет приготовления какого-либо блюда. А уже если говорить о таком великом, могучем, огромном предприятии, такой отрасли, естественно, есть свои секреты, которые, ну, нежелательно разглашать на каждом углу и прочее, прочее. Дети же все равно спрашивают, там, папа, что ты делаешь на работе, там. А ты как бы объясняешь, что, ребят, я вот вам немножко расскажу, но вдаваться в подробности просто не имею права. То есть это закрытая информация, это секрет, то есть простыми словами. И вот дочка несколько раз меня так спрашивала, и потом сказала, папа, да вы там как великие сказочные исполины, какую-то тайную, как сказать, какие-то тайные мысли передаете друг другу на расстоянии, что ли, что вот. То есть живем мы с секретностью, как в сказке. Жить с секретностью — это как в детстве, знаете, когда с самого маленького возраста человеку свойственно узнавать что-то интересное. Все, что, казалось бы, закрыто, всегда тянет к закрытому. И когда тебя знакомят с тем или иным, что для широких масс неизвестно, это очень интересно. Я вообще первый раз был осведомлен в сведениях, составляющих государственную тайну, когда меня призвали в Советскую армию. Так получилось. И в этом смысле я не то чтобы родился с этой ношей, скажем, да. Ну так вот я стал носителем секретов, поэтому для меня носитель гостайны проходит через всю жизнь. Вот с 18 лет я являюсь носителем. В институте у нас тоже была гостайна. И так, по мере моего продвижения по службе, чем выше ты поднимаешься по служебной лестнице, тем ты становишься носителем еще более высокой степени секретов, повторяю. И это как бы вот, ну, такой, ну, крест, скажем так, крест. Секретность у нас уже в крови. Все эти ограничения, они, ну, не мешают жить, потому что мы к ним привыкли. И, в принципе, все жители нашего города, они так или иначе с этой секретностью как-то связаны, потому что у нас закрытый город, мы в нем живем с самого детства, и определенные обязательства это уже накладывают. Поэтому какое-то понимание того, о чем стоит говорить в определенных кругах и о чем не стоит, оно всегда есть. Если бы я завтра вышел на пенсию, то по действующему законодательству секретность с меня снимется не раньше, чем через 5 лет. Ну, а реально для людей, которые имеют допуск, ну, соответствующий допуск государственной тайне, то это 10 лет. Поэтому я уверен в том, что мне не придется ездить отдыхать за границу, и поэтому отношусь к этому достаточно спокойно. Жить с секретностью, как это называется, я не вижу в этом никакого труда. Да, есть ограничения на выезд частной поездки за рубеж. В командировках по служебной надобности я был. Отправили меня в Венгрию на встречу с делегацией Соединенных Штатов по ВОУ-НОУ. А так, не хочется туда ехать. Посмотреть по телевизору достаточно. Те страны, которые люди почему-то стараются съездить и посмотреть глазами. Меня это не привлекает.